Я этой ночью был немного не в себе. Да, мы оба действовали импульсивно. Знаешь, во-первых, я смеялся, потому что вы, ребята, бежали так уморительно. Но когда вы начали кричать друг на друга, тут я забеспокоился. Возможно, ситуация бы накалилась, но затем кое-что случилось. Мы сделали это. Помнишь, тот зловещий рев? Это больше было похоже на визжание. Да, но вой скорее звучал бы так. А он больше походил на... Я помню. Рассказывайте дальше. И затем мы помчались к тому месту, откуда шел звук. Ну, я-то помчался, в отличие от некоторых. Ты убежал без нас. Ты ждал, пока рак на горе свистнет. А ты бросился навстречу опасности, не глядя. Ох, ребята, ну ладно вам. Я недостоин быть вашим вожаком. Я подвел вас, сенсей. Да! Чудесно! Я здесь, брат! Сенсей. Простите меня, братья. Если хочешь, я могу заняться этим. Невероятно!
Может, нам лучше запрыгнуть на поезд? Ну, скользкая металлическая крыша, да еще и ветер дует, так что... Напомни объяснить тебе позже, что такое риторический вопрос. Ребята, а мы уверены, что хотим поймать вот это? Сила Бог! Чистая сила! Поверь мне, тебе стоит больше практиковаться! Здорово! Безупречная координация! Поверь мне, тебе стоит больше практиковаться! Послушай, чему бы не предоставить это мне? Приятель, покажи мне цель. Строй, хороший подход. Яблочко. Классный прием. Сплинтеру бы понравилось. Приятель, мои нунчаки в твоем распоряжении. Слушай, это был прием «Сокрушающая панда» или «Пылающий дракон»?
впечатляет. Ого! Адреналин раш! Наконец! Они всегда такие, или это нам не повезло? Одна толстая черепаха на подходе. Нужны мои саи? Готов, большой парень. Пусть твоя энергия течет через меня. Мне бы хотелось повторить вопрос Ника о разумности наших действий. Скукота! Дети нужно остановить. Я, например, согласен. Я недостоин быть вашим вожаком. Все делаем!
идем. Здорово! Поверь мне, тебе стоит больше практиковаться. Невероятно! Супер-маневр! Поверь мне, тебе стоит больше практиковаться. Здорово! Знаешь, два панциря всегда лучше, чем один. Совершенно восхитительно! Приятель, мои лончати в твоем распоряжении! Сила. Поверь мне, тебе стоит больше практиковаться. Вот почему никогда нельзя приставать к голодной черепахе. Ты имел в виду к злой? Нет уж, я действительно голоден. Ух ты, ты действительно голоден. За очаровательное создание. Держу пари. Эти ребята стоят неплохих денег, если знать, кому продать. Это я? Или эта ночь становится все страннее? Ух, дружище, это я или он выглядит сумасшедшим? Слушай, это был прием сокрушающей пары или пылающий дракон? Практиковаться. Нужны мои саи? Иди же сюда, ты, большой пушистый монстр, давай! Должен быть способ использовать его гнев против него самого. Если мы заманим его под балку, то сумеем вырубить его. Это нехорошо. Yeah.
тысяча благодарностей, брат! Здорово! Отлично! Круто! Отлично, ребята! Вот как это! В духе черепах! Да, и мы умудрились даже не разрушить здание! Ниндзюцу – искусство, требующее равновесия, скорости и ловкости. Предлагаю тебе поработать над скоростью.